Ну и что ты делаешь, еретик? Не стыдно животных убивать? А? Убей, убей. Хорошо приложил, гада! Брат, я на железной дороге у кишки. Зачем? С какой целью ты убиваешь животных? А зачем сюда пришел, в это место? Они же на тебя не нападали бы, если бы ты дома сидел. На своем обители. А? Завалил! Ну вот зачем ты сюда пришел? К нам? И убиваешь наших животных священных. Тебе не стыдно, еретик? Мне потребно, чтобы ты покаялся в своих злодеяниях. Потому что твои действия приводят к уменьшению популяции священных животных. Тебе не стыдно. Опа. Стоит. Еретик, спускайся. Спускайся с вышки. Давайте спускайтесь, еретики. 10 раз повторите. Впереди в куртке, спускайся. Что, я слушаю. Так, и что вы делаете на этих землях, еретики? Что означает еретики? Иноверцы. Что такое иноверцы? Еретик, не морочь голову. Опа! Все, допрыгался! Что вы делаете на этих землях? Что вы сюда прибыли? Оскверняете наши, так сказать, священных животных. Не стыдно? Каких ваших священных животных? Вот это? Да. Так. Какое-то... Это крыса, она сейчас бы нас убила. Вон еще одна бежит. Что нам теперь, пока она нас кусает? Скопытил одного! Наоборот, теперь можно, но резать не режьте, а то будут нюансы. Понял, еретик? Что означает еретик? Я не могу понять. Это типа я верю во что-то другое, а откуда ты знаешь? Может, я тоже верю, во что и ты веришь. Ты желтый? Откуда я знаю то, что ты желтый? Озари мне свой лик, чтобы я убедился в этом. Озари мне свой лик. Боже. Эти глаза, что с твоими глазами? Ну да, на одного из моих братьев похож. А ты ужас, еретик, что ты тут забыл? Она в этом месте. С какой целью ты сюда прибыл вообще, в принципе? Я ищу своего брата. Он похож на меня. Двоюродный брат, но похож на меня. Понял. Опа! Все, допрыгался! Зверей не оскверняйте, слезы не собирайте. Что это такое? Ты не оскверняешь? Что это означает? Оскверняю. Срезать. Ну, я не плюю на них. А, да не, я пока что только в мусоре колупаюсь. Понял, добро. Ты срезаешь? Животным больно.
Животным больно. Ты бы мог и мусор собрать, еретик. Все, еретик в куртке, ты свободен, поэтому я сейчас отрежу пальчик. Понял. Стеночки. Еретик к стенке осквернял, надо отвечать. Давай я тебе отрежу твой бледный палец, и ты свободен. Еретик к стенке. Ну или может быть ты как-то можешь загладить вину не кровью. Как ты можешь откупиться, еретик? Можешь ли ты поклясться своей кровью, то что не будешь больше заниматься подобными деяниями? Оскверлять священных животных запрещено абсолютно всем. За неадекватно. Еретики, уходите отсюда, я с ним сам разберусь. Брат, здесь мне нужна помощь. Брат, брат. В оранжевом костюме. Я здесь не смогу справиться один. Помогаю! Порвать, сволочи. Еретик, я срежу, сложи, потом не забирай. Сложи. Чё, какое нахуй ты, еретик, иди нахуй. Сложи свое орудие. Еретик, сложи свое орудие. Выйди из дома, еретик, и сражайся как мужчина с мужчиной. Нахуй вы все пошли, пидоры ебаные!
еретик, ты будешь уничтожен за свой длинный язык. Человек, не помогай мне. Не помогай мне. Просто уйди. Чё нахуй за пусть за заебал? Ну что это за хуйня? Где хуй сосали, пенсионеры ебаные? Сдавайся, еретик, или ты будешь уничтожен. Отъебись! Я максимально пытаюсь по нему не стрелять, смотри. Готов вазелин, сука! Да, наверное, стараюсь по нему не стрелять. Еретик, сдавайся. Ты обречен. Иди нахуй, блядь! Черт! Сам сдавайся, долбоёб! Ну, поехали, парни!